Give it to me like... Всем доброе утро, я уже проснулась, пью йогурт, плохо спала ночью, у меня очень болели мышцы ног и вообще спина. Короче, мы начали заниматься же, занимались, потом мы 2 дня очень плотно были в работе и не выходили из дома. И что тебе все надо? И получается, вчера очень много гуляли, ходили, очень много делали дел. И, короче, прям перенапряглась сильно. 2 дня был такой восстанавливающий, а вчера как бы опять напряжения было много. И я всю ночь плохо спала, это какой-то ужас. Мне пришлось пить таблетку, потом уснула на диване и не пошла туда. Короче, жесть. Вот сейчас 11:30, в 11 встали, но я вообще плохо полночи спала. Это жесть, как я вообще встала хотя бы даже в 11. Сижу такая вареная и встала только потому, что уже пишет клиент, надо сегодня работу сдать, он уже там опять моменты какие-то прописал. Блин. Короче, работа есть на выходные, поэтому особо выходными и не пахнет. Сегодня точно надо прям фигачить. Игорь тоже сегодня дела, вот, много работы, так что тоже встал. Вот, так что сижу, пью йогурт быстренько, типа завтрак. И сейчас пройдусь по рекламе и начну работать. Работаю по сайту строительства домов. Вот ему логотип рисовала. Сейчас доделаю, как эта работа, вам покажу, что как получилось. Сейчас я расскажу ребятам. Работаю. Вот, Игорь, тут биатлончик включил. Вот, интересно. Мы рассуждаем про то, как пипец, представляешь, ты бежишь такой, ну, на лыжах, да? А потом тебе нужно остановиться, попасть все в мишени. Как они дышат, сейчас вот прям близко показывали. У них такое дыхание брюшное прям развито. Ну и что? Я говорю о том, что я очень уважительно отношусь к спортсменам, но мне очень их жалко. То, что их жизнь, она, по сути, угроблена. Все, наверное, знают о том, что вот эти тренировки, это все, это не супер для здоровья, как кажется, да, вау, спортсмены. На самом деле у них там столько травм, столько вообще угробленного здоровья, там, в связи с тем, что ограничения всякие и так далее. Вот. А что ты хотел сказать? Почему? Говори, это же интересно. Короче, смотрим. Атлантик, интересно. Все меня поражает, что у нас в этом году... Ой, в этом году вообще просто сейчас у нас не наш флаг изображен, а там олимпийские кольца. И, как Игорь говорит, в связи с допингом, да, в связи там политикой, да? Дурдом, я такое даже не знала. Если честно, я раньше очень много смотрела Олимпиаду. Ну вот, когда именно училась, я приезжала домой, мы с родителями смотрели, я сама смотрела в городе. Вот, а потом я, не знаю, 5 лет вообще не смотрю. Вот, и сейчас вот тоже стало как-то интересно. Посмотрим. Вчера началась Олимпиада. Вообще жесть. Мне их жалко. Столько надо хреначить. Угу. А, прикольно, да, так трасса показана? Сейчас позависла. Крыжемышку вчера взяли, такую вот, правда, проводная, но зато удобная в руке, не что мои. Видите, как она? Очень большой изгиб рука устает. Короче, смотрите, как она у него цвета меняет. Синий. Зеленый. Фиолетовый, так розовый. Красный. Синий. Классно. Прикольно. Я тут все в работе. Хотели посмотреть фильм, покушать. Нифига. Короче, отвлекаюсь на работу и так одним глазом смотрю. Ну, Игорь кушает, смотрит, а то меня хер дождешься. Стоят разные озвучки. Сирик так лежит. Просыпайся.
короче, целый день на работе, вот, и некогда даже поснимать особо. Сейчас буду заканчивать, наверное, сделала ролик рекламный. Вот, если его одобрят, то покажу вам, если нет, как готов быть, покажу. Вот, еще сайт сегодня сдавала. Даже некогда фоткать тюльпаны. Я говорю, убрался, закончил тоже свои дела, убрался, пока, потому что я дольше занята. Вот, и я, наверное, сейчас соберусь, мы пойдем прогуляемся, мне фикс прайс надо. Вот. Я говорю, ну хватит. Вышла на улицу, а здесь, оказывается, зимняя сказка у нас. Какая красота. Снежочек идет. Вышла раньше, Игорь собралась. Сказал, тут очень холодно, реклама какая-то. Сказал, холодно, утеплилась. Вот, короче, хорошо на улице. Пока его жду, он там просто за котами убирает. Плюс папа там сам соберется, оденется. Я не хочу париться. Я вышла на улицу и хочу сейчас позвонить маме. С мамой поболтаю, как у нее там дела. Мы в фикс-прайсе. Тут много всего для Святого Валентина. О, кстати, домики, да, прикольные? С голубой крышей. Еще все новогоднее есть. Идем в Святого Валентина. Посмотрим, что тут интересного. Симпатичная кружечка «Гору зовут». Есть такая в голубом цвете. Еще мне приглянулся альбом. Фотоальбом. Вот цена. О, красота какая. Пакетик милый. Такая рамочка тоже прикольная. О, кстати, манежницу видела вот эту. В интернете у кого-то. Прикольная. Мы дома. Фу, как запыхались, пока пришли. Короче, нагулялись, натопались, ходили в поисках картошки, где купить. Короче, магните вроде нормальные, будем там брать. Открыли проветрить, сейчас засниму для вас распаковку, что купили в фикс прайс. Ты помогать будешь? Так, наполнитель котам купили. Вот. Я купила салфетки. Такие мне нравятся. Макияж иногда снимаю. Так вообще. А вот эти так просто, их больше, дешевле. Эти использую просто в быту, там то стол вытереть, то чем такое. Так, Игорь купил себе станок попробовать. Так, дальше. Я купила себе крем для тела. Вот такой вот для рук и тела. Классный. И вот этот мне нравится, пахнет вкусно. Два я для тела использую, для массажа. Игорь мне массаж делает. Так, корм котиком. Фикс прайсе взяли. Так, лепешки. Такие вот. Так, дальше. Роллка. Лапшу две. Так, всякий случай пусть будет. Дальше взяла я картошку. А, это Игорь взял картошку. И я тоже взяла такую картошку. Так. Сейчас такая картошка дорогая, что выгоднее эту брать. Я взяла себе две закладочки. Вот такая вот с собачкой. Это закладки для книг и с котиком. Мне кажется, прикольно. Да, Серик? И вот такого котика еще взяла. Так. Сейчас. Это коробочка как с сюрпризом. Смотрите, какой у меня котик попался. Такой. Прикольный. Там еще есть вот такие вот разные. Я бы хотела вот такую девочку, наверное. Вот эту. Вот эту. В ленте вчера купили вот такой вот хлебушек вкусный с сыром. Хотим покушать за ужином. Выбрали какой-то фильмец. Называется «Грабитель банков». Вот, так что всем приятного, тоже будем ужин. Посмотрели фильмец. Я сейчас буду смотреть стендап, отдыхать. Вам спокойной ночи скажу. И про фильм расскажу вам завтра. Тоже просто отдыхать хочется.